практически не бывает. Едем там, да, из Нового Уренгоя, Сургут, поддерживать свою команду. Сколько, нас... сколько я болею, сколько ездим, и никогда нас никто нигде не перечтет. Хочу даже, ну, пускай не 3-0, пускай 3-1, 3-2, но в нашу пользу. У нас с собой запасены и доделки, да, Александр Иванович, и кричалки. Я думаю, мы порвем всех там все равно. Поэтому, конечно, Сургут команда у нас всю дорогу. Это северное дерби идет, борьба между собой, кто лучше. Ну, о, в Сургут приехали, что ли? Вот километра! Я и приехал! Родом из Янао, приехала сюда учиться и решила, ну, узнала о том, что здесь матч проходит, и решила прийти поболеть, как говорится, за своих. Победа будет за нами. Надеемся, что возьмем еще одну, и будет 3-2. Лучший клуб в стране родной, это «Факел Уренгой». We'll be right back.
как-то отыгрались. И это очень круто, на самом деле. Такие эмоции просто зашкаливают. Вот что значит игра. Мы не зря приехали болеть за нашу команду. Я считаю, что благодаря только нашей поддержке такой счет. Без нашей поддержки уже проиграли, наверное. Сейчас, получается, будет пятая партия, и я даже не знаю, чего ждать. Мне кажется, она будет просто отыграть. Получается напряженная борьба. Хорошо, что стали выигрывать эти пятисетовые триллеры, и уже полегче, повеселее становится. Намного лучше стало все. Намного лучше. Отлично. Спасибо большое. Да, мы по-другому не умеем. 5 партий очень часто играем, но я думаю, сегодняшний матч понравился болельщикам очень сильно. Как раз во время тайм-аута попросил команду сделать все возможное, что они могут вытащить из себя все остатки силы, и посмотрим дальше, что получится. В итоге получилось развернуть игру, и это для нас именно было очень важным на этот, не то, что там где-то мы что-то выбирали, там результатов, просто именно было важно своя игра. Возьмите дядю за ручку, возьми. Слышно, в ингольских болельщиков всегда везде слышно, еще даже когда на подходе. Отлично, очень рад, что болельщики приехали, поддержали нас, были громче местных фанатов. Было очень приятно, и слышали всю игру и поддержку. Великолепно, спасибо большое им, что приехали, поддержали нас. Благодаря им в третьей партии совершили такой рывок. Мы вообще любим радовать наших болельщиков 5 партиями постоянно, чтобы как можно больше смотрели на нас, на волейбол.